Яркая вспышка и приземление парашютов – вот что в тот день в небе увидели жители Баевского района. Части корабля упали в десятки метров друг от друга. Люди бежали сюда, чтобы увидеть ту, о ком читали в газетах. Был жаркий день, купались в речке. Так начинают воспоминания почти все очевидцы. Вячеслав Хайдуков, тогда подросток, не успев высохнуть, наскоро нашел в деревне мотоцикл и помчал на поле. Увидел лишь капсулу. Позже не раз рассказывал эту историю, да многие не верили, смеялись. И только в армии за мужчину вступились. А почему вы, говорит, смеетесь над ним? Правильно он говорит. Действительно, она приземлилась в Баевском районе Алтайского края. Потом, только пока она нам не позвонила, мы не знали, где она даже и приземлилась. На Алтай космонавт упала вместо Казахстана. Этот факт умалчивали многие годы. А возможные гости с неба глав баевских сел предупредили, но готов к такому никто не был. Валентин Агарков, работник парткомитета, в тот день был в отъезде. Догнал Валюху, именно так он завез знаменитую тезку, уже в селе. Настроенная, красивая. У нее прическа была. Почему она не поломалась в такой страсти во время полета? Или она ее под тут, пока там возле корабля сидела? Вот. Приятная женщина. О чем вопрос? В чем вопрос? В поселке Терешково перекусила земной пищей, картошкой, лучком и квасом и первым делом отчиталась в Кремль, докладывала лично Хрущеву. Покидала Алтай она уже вечером. К тому времени в село стянулись тысячи людей. Провожали космонавта всем миром. Велосипеды валялись, мотоциклы, какой только всякие эти ДТ и белорусы. Там луга были, сенокос, все помяли. В память о космической гости 30 лет назад здесь установили стелу «Чайка». Это позывной Валентины Терешковой. За годы бетонная скульптура стала разрушаться. Исправить это должны реконструкции, которую в мае начнет фонд депутата Госдумы Александра Прокопьева. В планах также положить вокруг стелы плиты, разбить цветники и сделать ступени. Кстати, принимать монумент, возможно, будет сама Терешкова. Символично 19 июня она постарается вновь прилететь в Баевский район. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.